Сегодня здесь мы проводим областной праздник, областную выставку «День поля 2022». И, соответственно, тоже областной конкурс «День пахаря-механизатора». Это наши традиционные летние сельскохозяйственные праздники, которые область проводила каждый год, но в связи с пандемией был у нас перерыв двухлетний. И вот мы возобновили добрую традицию. Сюда приехали руководители, специалисты практически всех сельхозпредприятий, главы районов муниципальных и, конечно же, предприятия, представители, дилеры, производители техники, как отечественной, как импортной. 151 единица техники от 58 дилерских центров. И помимо того, что у нас здесь и семена, и технологии другие, и кормотехнологии, техника много такая спектральная, но все связано, естественно, с сельским хозяйством. Ну и, конечно же, финальным, самым ярким, самым зрелищным мероприятием это будет непосредственно конкурс пахарей-механизаторов. Самой первой, самой главной сельскохозяйственной профессии. Представители практически всех муниципальных районов, победители районных конкурсов покажут свое мастерство, свой высокий уровень профессионализма, свои таланты. Конкурс механизаторов по вождению тракторов. Раньше мы проводили конкурс, совмещали его с конкурсом пахарей, а сейчас для такого мероприятия ставили, ну, как небольшое и соревнование, и небольшое шоу, это по фигурному вождению тракторов. Участвуют у нас сегодня 22 участника из 19 районов области. Значит, по возрасту 18 и старше мы не ограничиваем по возрасту выступления. Судьи оценивают по частоте, там перемещение груза, значит, само фигурное вождение, значит, по частоте. Кроме этого, после окончания совещания у нас будут такие же соревнования проведены среди руководителей хозяйств, руководителей управления сельского хозяйства районов. У нас будет принимать участие 14 участников. Впечатление хорошее. Замечательно просто все вышло. Очень рад, что сюда попал. Ну, я как бы первый раз сюда приехал. Первый год меня позвали. Главное, не проиграл, ничего. Главное, участие, не победа. Мероприятие, безусловно, очень важное. Тем более, учитывая, что мы только сейчас начинаем развивать российский рынок, представляем нашу продукцию. Для нас это очень большой шаг вперед. И мы очень надеемся, что местным аграриям мы будем по душе и хорошо закрепимся в этом регионе. Участвуем мы на Дне поля Вологодской области первый раз.